В Бразилии объявлен трехдневный траур. Жертвами наводнений и оползней в стране стали больше 600 человек. Все они жители штата Рио-де-Жанейро. И, как говорят спасатели, погибших, скорее всего, будут находить еще долго. Они продолжают сейчас разбирать завалы. На полное восстановление регионов страны понадобится не один месяц. В некоторых районах до сих пор нет энергоснабжения и телефонной связи. Ну, еще несколько сотен человек остаются заблокированными в горах. Многие не уходят, потому что боятся мародеров. Лекарства, продовольствие, питьевую воду в зону стихийного бедствия доставляют по воздуху. В операции участвуют 30 вертолетов и 1500 военных. Уцелевшие больницы и палаточные госпитали ежедневно принимают сотни пострадавших. Специалисты предупреждают, что есть опасность новых оползней. В районе бедствия не прекращаются сильные дожди.